день, дорогие гости! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады вас приветствовать в Бердянском дельфинарии «Немо». Смотрите, у нас здесь все настоящее. Вода в бассейне морская, соленая, артисты настоящие, но и прыскивают тоже самые настоящие, мокрые. Поэтому у нас есть замечательная примета. Если вы успеете загадать желание, то того, как брызги вас коснутся, ваше желание обязательно исполнится. Проверено. Итак, первой на нашу сцену выйдет самая маленькая, самая юная артистка дельфинария «Немо» – морская львица Ёлка. Это очень веселая и талантливая бабушка. И сейчас об этом сами убедитесь. Понемногу она научилась чувствовать настроение зрителей, ну и, конечно же, на него отвечать. Поэтому во многом ход нашего представления будет зависеть буквально от каждого из вас. Единственная просьба, и это очень важно. Во время выступления нашей артистки, пожалуйста, не вставайте со своих мест, не делайте резких движений и не ходите по залу, а лучше громко аплодируйте. Итак, позвольте вам представить морская львица Ёлка. Встречайте! Громче, громче, друзья! Вот и наша артистка. Любуйтесь. Петровый, приветствуй. Она очень любопытна, энергична и невероятно полезна. С ней выступает ее тренер, супруг Анна Кривилюк. Эй, ты аплодисменты вам. Вот мы и познакомились. А что же может быть лучше в продолжении знакомства, чем танцы? Пожалуй, ничего. И в нашем театре объявляется дискотека. Отличный
стартовая программа заслуживает максимальных баллов. Вы согласны? Можешь курица бывать, что наша штука не только замечательная спортивка, прежде всего, она просто прекрасная девушка. А главное украшение истинной любви – легкая походка от бедра. Модельные походки, конечно, далековато, но я думаю, что эти аплодисменты наша малышка заслужила. Аплодисменты! И Васи Данилов, с ней ее тренер и друг Анна Кривенюк. Папа, ёбочка! Стихотворение о Меде, Солнышке, море. Может быть, даже кто-то знает стихотворение или песенку о дельфинах. Ну что, ребята, есть желающие? Белый сектор. Ребята, стесняемся, можно походить с родителями. Синий сектор. Как тебя зовут? Лиза. Поаплодируем Лизе. Лиза, что ты расскажешь? Стихотворение или песенку споешь? Аплодисменты Лизе! Ребята, вы еще хочете петь песню или, может быть, стихотворение рассказать? Ну, так, и еще участник идет к нам. Только два участника, солнышки. Как тебя зовут? Аплодисменты Лизе! Что ты расскажешь? Стихотворение или песню рассказать? Уважаемые зрители, а теперь с помощью ваших громких аплодисментов мы будем определять победителя. Итак, аплодисменты Лизе! Аплодисменты Лизе! Ну что, судя по аплодисментам, покорила всех Лиза со своей песней «О боже, какой мужчина!» Еще раз поаплодируем! Вот такую замечательную картину, нарисованную нашими артистами, дельфинами. Солнышко, а ты сделал мне другой подарок. Ты получаешь билет на фото с дельфинами. Давайте проводим наших конкурсантов бурными аплодисментами. Дельфины. Одно только слово. Дельфин особенно сразу возникает мысль, образа, чувств. Ведь издавна дельфин привлекали особенно.
заслуживает внимания человека. Еще тогда им приписывали человеческие, а порой даже божественные качества. Дельфинов всегда связывали с чем-то очень мистическим и загадочным. Их любили, им поклонялись. Их обожествляли, говорили, что дельфины принадлежат двум стихиям – морской и воздушной. Наши артисты дарят вам ответьте взаимностью. Артисты Морского театра «Дельфины Аполлоны» Кассио, Кьюго, Красавчик и Юнона. Ими звенья рыбацких животных с дельфинами Ремо. Спасибо, Юнона. Теперь можем начинать. Ну а вы, наверное, знаете, что дельфины очень любят играть. Заметили, как много игрушек у наших артистов. Ну а самое любимое – это мяч. Послушно отдаю свои самые любимые игрушки тренерам. Но вы знаете, одним мячиком нашим артистам играть просто. Поэтому мы усложним нашу игру и возьмем вот такие замечательные маленькие мячики. Ну что, ребят, готовы? Держите! А кролики еще и большие добавим. Могут быть громче! Отлично! А вот интересно, если их самые любимые игрушки мячи поднять высоко-высоко, они до них достанут или нет? Как вы уже догадались, все ваше внимание сейчас к мячам в воздухе! Отличный прыжок! Поаплодируем артистам! А вы когда-нибудь слышали, как пойдут дельфины? Если нет, то у вас есть такая возможность. Я вам звучу песня дельфинов. Живое видение. Ну что, ребята, побили? Теперь можно и потанцевать. Танцуем! Очень любят рисовать. И сейчас на ваши глаза они нарисуют самую настоящую картину. Что на ней будет изображено, догадаться не просто. У наших ребят очень богатая фантазия. Ну а пока они рисуют, давайте поддержим их аплодисментами.
Thank you.
момент, наш встречный мир, который достоин ваших теплых аплодисментов. Оставляет своего тренера на сцену. Успела? Да, да. Тренер и питомец хорошо понимают и прекрасно чувствуют друг друга. И все это благодаря абсолютному доверию, постоянному общению и крепкой дружбе. А дружба способна творить самые настоящие чудеса. Возможности дельфинов кажутся бесконечными, но все-таки главным остается то, что сегодня наши дельфины подарили вам мощный заряд энергии на много дней вперед! Но все же стараются, выкладываются по максимуму, делают все возможное и невозможное, чтобы аплодисменты не заканчивались, и ваше настроение взлетело до самых-самых небес. Это вера и есть жизнь. Юго, красавчик и Юмона, с ними тренер морских животных, дельфинария Немо, Анна Гривенюк и Станислав Черногор. Дорогие друзья, спасибо вам за вашу искреннюю поддержку, за ваши улыбки и за ваши аплодисменты. Спасибо.